позднем периоде творчества Дега лишь изредка изображал танцовщиц, эксцентричных исполнительниц из кафе шантанов и грациозных лошадей. В основном в его произведениях фигурировали работающие женщины. Он создал более 20 картин, постелей, рисунков, посвященных магазинам по продаже женских шляпок. В Париже конца 19 века это был дорогой, но непременный атрибут любой уважающей себя дамы. Известно, что живописец неоднократно сопровождал художницу Мэри Кассат за покупкой очередного аксессуара. В 1882 году она даже позировала для его полотна у модистки. Американская художница Мэри Кассат обосновалась в Париже в 1860-х годах, однако с началом франко-прусской войны вынуждена была на несколько лет покинуть французскую столицу. В 1870-х она познакомилась с Дега и позже призналась, что постели мастера произвели на нее неизгладимое впечатление и навсегда изменили ее жизнь. Дружба с художником сохранилась до самой его смерти, а серьезное столкновение случилось лишь однажды. В середине 1890-х, когда общество раскололось на два противоборствующих лагеря в связи с делом Дрейфуса. В 1894 году молодого капитана французской армии еврейского происхождения признали виновным в государственной измене, шпионаже, и оправдали лишь спустя 12 лет. Дега тогда стал на сторону обвинителей, что привело к разрыву со многими друзьями, в том числе и с Кассат. В 1912-м В 1913 году в письме, адресованном Дюран Руэлю, художница так упомянула о своем портрете в исполнении французского мастера. «Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я позировала для него». В своих работах Дега использовал прием своеобразного подглядывания, благодаря которому сумел не только создать прекрасные портреты модисток, но и отразить всю сложность их работы. Любопытно, что художник неоднократно переделывал мастериц в покупательниц и наоборот. Одна из наиболее интересных работ в этом смысле – «Постель» 1881 года с изображением двух женщин, выбирающих новую шляпку. Героини одеты практически в одинаковые платья. Очевидно, это мать и дочь, либо сестры. Неестественность исполненной сцены как раз и объясняется тем, что работа, скорее всего, была задумана как изображение продавщицы, поправляющей головной убор на специальной подставке. Впоследствии, по неизвестной причине, художник дорисовал под шляпкой женщину, после чего ему пришлось добавить спинку дивана и откорректировать фигуру слева, превратив ее из хозяйки в клиенту. Примечательно также полотно 1882-1905 годов.
Фигуры двух модисток затенены шляпками на переднем плане. Женщина справа занята работой, а коллега слева, хотя и держит розовую ленту, но смотрит куда-то в сторону. Даже состояние покоя, бледная кожа и худое, изможденное лицо прекрасно передают сложность выполняемого труда и скудность, получаемой из-за него, платы. Мрачное настроение картины подчеркивает красно-коричневая палитра, а ворох ярких лент, розовых, желтых, оранжевых, зеленых, лишь усиливает серость комнаты и ее обитательниц. Самая большая и, вероятно, последняя работа, посвященная теме шляпок, хранится в Чикагском институте искусств. На почти квадратном холсте изображена молодая женщина, сидящая у стола, на котором расположены несколько подставок со шляпками. На самом деле Дега планировал показать покупательницу, но затем передумал и превратил ее в хозяйку. Об этом свидетельствует постель 1882-1886 годов, где героиня нарисована в широкой круглой шляпе. Ясное указание на то, что она является клиенткой. Кроме того, в ходе исследования красочных слоев картины удалось установить, что рукав платья изначально был с кружевами. Это также говорит о статусе покупательницы, а фигуру женщины художник смещал несколько раз, в конце концов остановившись на изображении в профиль. Для чего все это понадобилось? Вероятно, для создания интересной зрительной иллюзии. Шляпа с гирляндой цветов нависает над головой героини, словно ореол. Цельность композиции подчеркивает колористические рифмы. Так доминирующими цветами являются оранжевый, красный и желто-оранжевый, а тон широкой ленты в центре холста и цветов в гирлянде перекликаются с тоном платья. В начале 1800-х годов Дега, очарованный работающими женщинами, постепенно уводил зрителей из шумного городского центра с его многочисленными кафе-шантанами и разношерстной публикой в бедные и грязные крошечные улочки. Он стремился показать людей в их привычной среде, чем они занимались, как были одеты, чем питались. Так в творчестве мастера появилась тема прачек и гладильщиц. Надо сказать, что в XIX веке содержать прачечные в Париже стало невероятно выгодно. К концу столетия в данной сфере была занята примерно четверть женской рабочей силы. В известном романе того времени «Западня», опубликованном в 1877 году, Эмиль Золя также обратился к данной теме. Единственная мечта бедной парижанки Жервези Макар – собственная прачечная, которую можно купить на скопленные несколько сотен франков. Изображение этих тружениц можно найти и у Аноры Думье.
В своих акварелях он сумел показать жизнь маленького рабочего человека в каменном сером городе. Темные витрины прачечных часто выходили на бульвары. Заглянув в них, можно было увидеть измотанных прачек и полуодетых гладильщиц, окутанных влажными жаркими клубами пара. Вероятно, именно так Дега подсматривал сюжеты для своих постелей. Одна из наиболее известных работ данной серии «Гладильщицы» существует в нескольких вариантах. Героиня слева подмечена явно случайно. Она подтягивается и широко зевает. Это непроизвольное движение указывает на монотонность и безрадостность труда. О юности и женственности гладильщицы зрителю напоминает лишь кожа, выполненная постелью нежного телесного цвета. Героиня справа предстает в противопоставлении. Она изо всех сил налегает на тяжелый чугунный утюг. Его масса порой достигала 7 килограммов. В варианте, который хранится в Парижском музее Орсе, художник использовал прогрунтованный холст и хорошо высушенную краску. Это позволило добиться мелового эффекта на грубой ткани и еще больше подчеркнуть колорит помещения, увешанного белоснежным выстиранным бельем. Любопытен также сюжет с изображением одной гладильщицы. Ее фигура вырисовывается темным силуэтом среди развешенного белья напротив светящегося окна подвала. Существует две версии этой картины. Ранее, созданная в 1873 году, предназначалась для одного из друзей Дега, певца Жана Батиста Фора. Однако в 1876 году художник забрал холст, чтобы показать на второй выставке импрессионистов, но так и не вернул его, написав для Фора новую версию, более законченную. А вот первоначальный вариант художник практически не изменил. Скорее всего, получившийся эффект света, смешанного с густым влажным паром, поразил его настолько, что он решил оставить все как есть. Интересна и манера наложения красок, широкая, размашистая. Она словно подчеркивает характер действий, выполняемых женщиной, и имитирует притягивание тяжелого утюга по выстиранной ткани.